военно-патриотическому диктанту объявлен. В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» более 200 человек проверили свои знания по отечественной истории. Вопросы задавал знаменитый российский гроссмейстер, шахматист Сергей Корякин. Очень важный аспект современности – это изучение истории, истории России, истории своей страны. И только зная историю, ты можешь дальше моделировать какое-то свое будущее и вообще быть в курсе того, что было, и не дать ввести себя в заблуждение. Для современных школьников и молодежи вопросы не должны быть сложными, уверены организаторы. Все они отражают исторические факты и события нашей страны. Его написали по всей стране люди. Это и дети, и подростки, и взрослые люди. То есть аудитория нашего диктанта 14+, она говорит сама за себя, он актуален, интересен для всех слоев нашего общества. Диктант явился своеобразной проверкой знаний, чтобы в будущем их только улучшать и расширять. На 60 заданий нужно было ответить в течение часа в очном или онлайн-формате. Акцию решили приурочить ко дню призывника. Учитывая то, что сегодня, 15 ноября, отмечается День призывника, мы подумали, что логично не останавливаться в нашей акции, в проведении нашей акции именно сегодняшним днем и продлить ее до окончания осеннего призыва, а именно до 30 ноября. По окончании диктанта каждый участник получит сертификат о его прохождении. Это будет хорошим дополнением к школьному портфолио. Акция станет доброй традицией. Проводить ее планируют ежегодно, каждый раз дополняя и усовершенствуя. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».